Товарищи, для начала познакомимся. Фамилия моя Бобров. Зовут меня Семеном Ивановичем. Кто не запомнил, может записать, я потом продиктую по буквам. Ну, а после работы я, разумеется, Сеня. Или Бобер. Это кому как нравится. Ну, все равно, значит. Как только вернемся, в 4 часа на том же самом месте. На мосту, да? На мосту. На том же месте. Я вот наблюдаю своего сына. Хороший парень. Спортсмен. Чику. Спасибо. Ну, в общем, сын есть сын, ничего плохого про него не скажу. Но любит, понимаете, пить молоко из банки. То есть? Ну, банки такие, знаете, желтые. Концентрированное молоко. Там еще корова нарисована. Я ему говорю, ну ты почему ты пьешь молоко неразбавленное? Оно ведь жирное, правда? Его разбавлять надо. Каждый сотрудник ночного дозора должен уметь задержаться. Повар, маркетантка, костоправ, программист. Ты 3 года просидел в офисе, 3,5. Ты стал относиться к службе в ночном дозоре как к нормальной человеческой работе. Это еще что за хомяк? Вообще, что у вас творится, а? Страна голодает, а они себе вот такие щеки наели. У меня диабет, товарищ маршал. Нарушен обмен веществ. Жрать надо меньше. Вот и весь обмен веществ. Кто такой? Первый секретарь горкома партии Кубоватов Михаил Мефодич. Ты одессит, Мишка. А это значит что? Это значит, что не страшны мне ни годы, ни беда. Ни хрена это не значит! Бардак у тебя в Одессе! Мишка, я в город как все домой въехал. Я проехал через все посты, никто меня не спрашивал. Ни документов, ни досмотра не было. Черт знает что!